Яков! Чё это? Да подожди. Я больше не ревную. Здорово. Здорово. Председатель зовёт. Ну, я тебя... Да пошел, председатель зовет. Ну, он сказал, чтоб нашел. Бригадир шею намыл, да, ладно? Ну, что ж я расскажу? Егор полетел, у Васьки на банан, он разматерил себе. Да то что? А чего ему надо-то? Не знаю. Тебя не надо, собой. Ни радости, ни любовь. Поздравляю тебя! О, Яша, привет! Здорово! Сыграем! Мы сыграем! Яш, Яш, ты что? Ну, сыграй, Яш! Да нет! Ну, играй еще! Ну, играй еще! Пойду! Яш! Пойду! Тебе, Яша, как лучшему трактористу и нуждающемуся в человеческих контактах, решили выделить путевку бесплатно. А? Не, пусть кто-нибудь другой. Мне трактор готовить надо. Трактор? Подождите. Себастьян Иванович. Подождите. Ну, срочно подписать. Давайте. Трактор. Трактор Яша и без тебя подготовит. А вот, вот бабу без тебя ты меня, извини, не подберешь. В общем так, без разговоров, забирай путевку и поезжай. А на курортах что, одни невесты? Нет, не одни, а много. И выбрать есть из кого. А может, я лучше здесь? Здесь. Тебе сколько уже? 40. 40? А ты дремучий, как сплошные джунгли. А сколько, как вы с Дашей расстались? Скоро 7. Ну, разве это нормально? Ведь это же ненормально. Ну что? Ну что гудеть-то? Ну сейчас! Если хочешь знать, это уж так на будущее. Женщина требует повсеместно поглощающего внимания. Когда ехать? Ехать? Завтра. И советую, прихвати на всякий случай с собой музыку. Аккордеон? Нет, захвати рояль из клуба. Яша, Яша, надо на курорте быть современным человеком. Магнитофон, женщины это обожают. Гроздями будут висеть. Ну, тогда поеду. Ну, конечно, куда ты денешься-то? Да, вот еще так в целях безопасности. Я тебе все-таки хочу дать один совет. Когда... Сиосян Минасич! Закройте дверь! На эти курорты я бывал. Что? Ну, закройте дверь. В общем, иногда, знаешь, что бывает? Может, тогда лучше не ехать? Да ты что, я тебе не про это. Я говорю, выбирай как следует. А, да, ну, время у тебя есть. Никто тебя не торопит. Ну, давай, давай, давай.
Ворот Кавказа! Да потише вы, гражданин, со своими воротами. Все чулки мне продырявите. Какими воротами? Я говорю, с чемоданами полегче. Не хоть каждый день чулки покупай. Сейчас, между прочим, не холодно. Можно и без чулок ходить. Да? А вы сперва в парикмахерскую сходите, а потом советы давайте. Я-то схожу, а ты-то как вот... Козел палевый! Ой! Порвали. Что надо? Можно зашить. Вы билет купили? Нет. Вот и идите, а меня оставьте в покое. Сейчас, таракан. Сколько вам повторять? Через час. Я стоял. Пропустите, а? Пропустите. Вот он. Гражданин? М? Порвал и еще издевается. Гражданин, что вам нужно от этой гражданки? Я вас спрашиваю, гражданин. Дура. Гражданин! Даша! Куда? Даша! Держите! Даша! Да пусти! Вы ошиблись! Даша! Ошиблись, бабник. Чего? В чем дело? Вот мой муж! Товарищ! Товарищ обознался, пошли! Документы при вас? При мне. Следуйте за мной. Покажите. Ворота Кавказа. А-а-а. Знакомая? Жена. Ну, а если жена, то как? Бывшая. Ну что, не узнала? Узнала. Ну? Стул гну. Даш. Ну, говори. О чем? Как ты же меня остановил? Говори. Сейчас. Сейчас. А я ведь так один и живу. Холостой. Холостой? Могу догадаться. Вообще-то мне мама писала. А сама что ж ни разу не приехал? Ха. Неинтересно. Контингент не тот. А? Контингент. Общество, то есть люди. Ну да. Люди тут другие. Но тебе со мной было неинтересно. Чуть что скучно. А то не так. То работа, то друзья. Да тебе никто не нужен, ни дом, ни жена. Ну, ладно, ну. А я помню, как ты пела.
особенно эту. Ой, рябина кудрявая, белые цветы. Так я и сейчас пою. В доме офицеров. Солисткой. Голос у тебя хороший. Хороший. Как приезжаем в новую часть, так Федя меня сразу... Федя, это мой муж. Федя меня сразу в ДО, в дом офицеров. Принимайте, мол, будете иметь новую гордость. Как в воду глядит. Через месяц на меня на улице пальцем показывает. Да. Зачем? Узнают. Знаменитостью становлюсь. Этим поездом мы уедем. А билеты? Федя достанет. Значит, в общем и целом, ты довольна. Че дура, чтобы быть недовольной. Муж, как сам обратил внимание, при звании. Музыкант. Так что в почете и уважении не нуждаюсь. На одном месте не засиживаюсь, туда-сюда по земной поверхности. Подружки, капитанши, а то и майорши. Че дура, чтобы быть недовольной. А в село не заедешь? Собиралась. Даже подарков кое-каких накупила. Теперь не знаю. В последний момент передумала. Из-за тебя, между прочим. Как увидела. Так меня в селе нету. Я здесь, на станции. Ой, Яш, а то я тебя не знаю. Ты сейчас здесь, на станции. А через минуту будешь по деревне бегать, никому никакой жизни не давать. А то я тебя не знаю. Больше не буду. Не будешь. Вот поговорил и не буду. Ага. Мне поговорить нужно было. А это при шляпе. О, я ей чулки порвал. О, я ж говорила, тебя не угадаешь. Вот ты, Яша, во всем такой. Во всем. Когда ты только за ум-то возьмешься? Возьмусь. Вот соберусь и возьмусь. Сразу без промедления. Ты шутишь, а я серьезно. И я серьезно. Ребенку усыновлю. Что? Ты что ешь? Да, ты, я думала, он шутит, а он серьезно. Да ты что? Столько лет-то прошло. Это для тебя, может, много, а для меня... Ой. Ну, ты ненормальный, ну. Не, ну, ей-богу, ненормальный. Правда, что ли, один живешь? Пошутил. Врешь, наверное. Зачем? Зачем шутить-то? Разве так красиво шутить? Прям псих какой-то, больше ничего. Дурачок ты, Яша, дурачок. И уши у тебя холодные. Вот и все. Вот и встретились. Теперь кто знает, когда еще придется? На новое место? Нет. В санаторий. Федя путевки достал. Место, говорит, красивое. Да и название тоже. Ворот Кавказа называется. И... Прямо туда? Прямо туда. Ну, иди. А то сейчас разговоров не оберешься. А я напишу. С мыслями соберусь, не может быть, напишу. Иди, ешь. Thank you.
Возьми, сынок. Привет, ворота Кавказа. Ну, я. Баба Поля. А то кто же не знал, что ли? Да, голова была другим занята. Здравствуй. А ты чего тут? Дом серегу, да еще кислород глотаю, чтобы дольше пожить. Вот она неладная. А Семен, ты дома? Дома. А ты присядь, присядь. Расскажи, как у нас там. Да все нормально, баба Поля. Ну, ты садись. А сам-то ты как? Приездом. С отъездом ли? С приездом. В отпуске гулял? На вроде того. Так. В санатории. Ворот Кавказа. О, не женился еще? Кластикую, баба Поль. Да, все Дашу ждешь, да? Нет, уже не жду. Кончилась ожидалка. Правильно. Сколько можно ее ждать, хвостатую? Но если не ждешь, так чего ж ты все-таки не женишься? Одному веселей. Правильно. Маринка тоже дома? Да дома оба. Нет, вот ты мне все-таки скажи, в этом самом санатории неужто женщин не было? Да не был я там. Да. Ну, я пойду, баба Поля. Ну, подожди, подожди. Скучно тебе со мной, неинтересно. А ты вроде как не пускаешь меня туда, баба Поля. Да, не пускаю. Грызутся они там. Из-за тебя? Эх, Яш, не дай бог из-за меня. А я уеду. Я долго не пробуду, недели две и уеду. У меня огород пустой, тоже душа болит. Ну, я пойду, бабуль. Яков, только не говори, что ты меня видел. Прошел мимо и не заметил, так сказать, не обратил внимания. Дело? Мне Семена. Дома? Дома. Вот, пожалуйста, иди, принимай гостя. К тебе приехали. Может, развеселишься? Чего тебе? Вот террас. А? Войти-то можно? А? Входи. Здравствуй. Делает рывок, входит в штрафную площадку. Удар, мяч уходит на угловой. Угловой у ворот сборной Венгрии. Ну что же, атака была неплохая. Конечно, одному Черенкову, наверное, убежать было непросто. Крайние были прикрыты. А у вас прохладно. Но, тем не менее, прошли... Да, кому прохладно, кому жарко. Ты у подъезда видел мать? Вроде не приметил. Да, рассказывай кому-нибудь другому. Небось, пожаловалась. Жаловаться? Не жаловалась, а что огород не саженный. Говорила. Да, раз про огород тогда. Ничего, малость поживет. А там... Здрасте. Здрасте. Вы из деревни? А как ты догадалась, смышленая. По шляпе. Да, так вот, это тебе. Спасибо. Пожалуйста. А? Ну ладно, сними шляпу. Ага. На тебя похоже. А мы тебя в деревне кирпичом дразнили, помнишь? Ничего я не помню. Все забыл. Скоро забуду, как ложку ко рту подносить. А ты, небось, все один? Один. Да, одним все, а другим? Ты угощать человека собираешься? В чем дело? Тебе человек приехал, ты угощать его собираешься, я тебя спрашиваю.
Что ты сидишь тут, трагедию разыгрываешь? Я ничего не видел. Не видели? Так посмотрите, а потом расскажете. Может, ему от этого хоть чуть-чуть стыдно станет. Я извиняюсь, но я в столовке прекрасно перекусил. О, дождался? Ха! Я тебя спрашиваю, ты дождался или нет? Улыбается еще. Тяжко, Яш. А чего вы? Я вот сам иногда сижу и думаю, чего мы бесимся? Вроде все есть. Ни в чем не нуждаемся. Вон, ящик цветной купили. Дочь растет, ты же сам говорил, на меня похоже. Ну? А вот как с цепи посрывались, понимаешь, и... Может, перегорели? Может, и перегорели. Ничего не понимаю. Яшка, хоть ты криком кричи, ну не понимаю. А работаешь где? Несколько лет работал механиком, а теперь шоферую. Тогда было мало приносишь, а сейчас где шляешься сутками. Так вот, раздвоение личности, как видишь, вот так. Ну, неправда. Неправда. Сеня, ты говоришь неправду. Ты на эту машину сел сам. Я тебя не заставляла, понял? Ты сел добровольно. Он добровольно сел, понятно? Ему по самолюбию не нравилось, что я больше его денег получаю. Что, не так скажешь? Момент, так момент. Скажешь? Тебе не нравилось, что я больше тебя денег получаю? Ты так и было, вспомни. Сеня? Так давай и было? Вспомни, так давай было. Вспомни. Я его не просила, он сел добровольно. Расскажи случай человеку. На тот случай с шубой, расскажи. Какую шубу я тебе спрашиваю? Нет, я прошу, расскажи. Я не хочу ничего вспоминать. Нет, ты вспомни. Вспоминай. Марина, слышишь? Иди сюда. Не надо, я ничего не хочу вспоминать. Ах, не надо, да? Сеня. Сенечка, я ничего не хочу вспоминать. Сень, давай забудем все, а? Ну, давай все забудем, ну, все забудем. Ну, давай начнем все сначала. Вот. Ну, вот как будто ничего не было, ни этой шубы, ни телевизора. Ну, давай попробуем, ну, все сначала, а? Сначала, да? Ну, давай как будто, ну, сначала попробуем, а? Да ты же не сможешь все сначала. Почему я не смогу? Да не сможешь Почему ты, я не смогу? Почему я не смогу, я тебя спрашиваю? Она же чуть родного ребенка не убила, когда та поцарапала телевизор. Че ты орешь? Да я не ору, я он говорю. Он орет. А че ты орешь? Там ребенок, между прочим. И я глухой, ребенок. Кстати. Тише говори. Я знаю, ребенок. Тише. Я знаю, я тебя прошу, ребенок. Тише. Да, тихо. Я тихо. Отдайте меня в интернат. Сеня, Сенечка. Я, пожалуй, пойду. Конечно. Мне это. Конечно, я понимаю, дома. Нужны это железные на, нервы. На автобус. Понимаете, ведь я любила его. Я любила его, понимаете? Я другого мужа себе не представляла. Помните, когда вы в село первый раз приезжали? Помнишь, когда вы первый раз в село приезжали? Я провожу. Помнишь, я тебя спрашиваю? Ой, мамочка. Да ладно, пошел ты. До свидания. До свидания. Да, увидишь внизу мать, скажи, что поднималась. Хватит ей там дышать. А может, мне остаться для перемирия? Не надо. Яш. Ты это там поменьше звони в селе про то, что видел. Thank you.
товарищ? Я? Вас, наверное. При чем тут я? Нет, вы. Я? Вы хотите пойти в театр? Когда? Сейчас. Так я и с чемоданом, и с аккордеоном. Ничего. Пошли. Я вам все объясню. Садитесь. Давайте я вам помогу. А объезд наш или оттуда? Наша-наша. К тому же премьера. Да? Товарищи, с вещами в театр заходить нельзя. Вещи нужно сдать в камеру хранения. Это же не вокзал. Я из совещания передвигов сельского хозяйства. Нам там сказали, можно и с вещами. Кто вам сказал? Начальство. А вы что же, сопровождаете? Да. Вещи мы оставим на вешалке. Да? Молодцом, это вы здорово придумали насчет совещания. Давайте знакомиться. Алена. Яков, очень приятно. Будете, Яков, сегодня моим кавалером. Почему? Как почему? Я пригласила вас. Будете ухаживать за мной? Как? Как? Будете защищать меня от других мужчин. Думаете, кто-нибудь нападет? Не исключено. Во всяком случае, надо быть готовым к этому. А кто может напасть? Муж, например. О, так вы замужем? Замужем. А вы уж испугались. Не испугался, но знать-то надо. Ну, замужем, замужем. За кем? Естественно, за мужчиной. А что со мной в театр-то? Вы мне понравились. Не верите? Да нет. Вы что-то тут химичите. Давайте-ка на чистоту. Вы меня видите первый раз. Любовь с первого взгляда. Таня. Или село к нам приезжали? Вам хочется знать? Конечно. Ну, разумеется. Понимаете, мне нужно, чтобы человек, которого я очень люблю, кое о чем задумался. Задумался. Как удачнее намусолить мне сковородку. Он этого не умеет делать. Он слишком бесхарактерный. И от этой бесхарактерности страдают многие, в том числе и я. Второй звонок. Пошли. Угу. Алён, а может, все-таки... Хотите сбежать? Нет. Я буду ждать. Имейте в виду, вам сегодня придется провожать меня. Ладно. Товарищ, можно вас? Я? У вас куда билет? Ну, все правильно. Момент. Руки. Отдай билет. Я сказал, руки. Степан Кузьмич, что случилось? Все нормально, все нормально. Приготовьте местечко, пожалуйста. А? Гони билет. Гражданин. Да у меня там дама. У вас дама, а у меня жена. А приставать к чужим женам не советую, особенно в театре. На всякий случай давайте знакомиться. Степан Кузьмич. Шугаев. Очень приятно. Эта ситуация не из приятных. Вот так. А как же, мне-то куда сесть? Все нормально будет. Я... Рафик Григорьевич, посадите товарища. Прошу вас. Прошу, прошу. Да, ухажер она выбрала из маломерков. Фиаско полное. Послала? Да нет, там зрители стали возмущаться, и я вынужден был ретироваться. Может, мне сходить? Не стоит.
А может подождать до окончания спектакля, а? Это сильно долго. Ну, 3,5 часа спектакля, значит, часов до 11. Не. А что? Мне никак нельзя. Мне же в 6 утра в бригаде надо быть. Так вы приезжий? Здрасте. Откуда у меня чемодан-то? Какой чемодан? В чем юмор-то весь? Я ведь в театр прямо с чемоданом, с аккордеоном. Я из колхоза. Колхозник, тракторист. Она меня прямо с улицы. Вот. Привет труженикам полей от тружеников пера. А вас тут знают. Ну, Шугаев меня не только здесь знает, меня вся страна знает. Ну, ладно. Можешь здесь побыть? Опять к жене? Не совсем. Я тут неподалеку. Стеша! Ласковый ты мой, ненатешный. И зачем так живем? Нам бы жить кучно. Любить, детишек растить. А мы, как былинки, маемся в одиночку. По ночам ждем друг друга. Ох, Мощнов, как я тебя ждала. Как ждала. Ждала, словно бежала. Ну, а раз бежала, то и спотыкалась. Ты уж меня прости за отдельные спотыки. Значит, были. Что? Спотыки. Были ненаглядные. Но только все время с мыслями о тебе, денно и ночно. А если не смогу простить? Ничего. 25 лет жила без счастья. Как-нибудь и дальше перебьюсь. Эх. Не перебьешься, Стеша. Не могу я тебя отдать на такую муку. На такую несправедливость. Мы с тобой птицы вольные. Куда глядим, туда и летим. Поэтому в самый раз обняться нам с тобой раз и навсегда и забыться крепко и глубоко. Спасибо. Спасибо, справедливый. Спасибо, суровый. Спасибо, требовательный. Спасибо. Настоящий мужчина и человек. Стеша. Ку-ку. Ну что, хотел спектакль? Mm-hmm. Не возражаете? Разве в театре можно? С премьерой шампанского. Можно, можно. Немножко можно. Да? Со знакомством? Товарищи, мешаете? Простите. Опля. Чтоб дома не шурились. Давай. Ну, давай. Ну, а теперь серьезно. Как она вам? Алена? Да. Ничего, бабенка. С характером? Малость. Семья есть у вас? Нет. Почему? Ну так тебе все и расскажи. У нас еще все впереди. Любопытно. Стоп! Хорошо реагирует.
Зритель хороший сегодня. Угу. Ладно, за продолжение знакомства. А женщина, видите ли, которая сейчас сидит в зале, никакая она мне не жена, просто женщина, в которую я безумно влюблен. И вот так вот по театрам бегаешь? Ну, это профессия такая. Дела. А что же за профессия по театрам бегать? Драматург. Писатель? Ну, можно так сказать. Пишу для театра. Фамилия? Подорова. Как? Степан Подорова. Не слыхал? Слыхал, но не совсем. Да нет, это понятно. В общем-то, драматург – это занятие для посвященных. Товарищи, потише. Все, мешайте. Смотри, видал? Уильям? Вот это ваш покорный слуга. Нет, я тебе объясню, в чем дело. Подорова не звучит. Завлит местного театра, парень современный, не глупый. Псевдоним. Подорва Подорванский. Звучит? Ну вот. Нормально. Ну вот. Ах ты, пропустили реплику. У меня там герой говорит героине. Или я, или никто. Все, по тебе уже сколько? Да ладно, много-много. Да я вижу, немало, однако уже за 50 есть. Но не надо, не надо, я вас попрошу. Все, молчу, больше не буду. По-моему, ты очень неплохой человек. Может быть, может быть. Но в данной ситуации это не играет никакой роли. Почему? Потому что я влюблен, видишь ли, в женщину значительно моложе себя. И мной владевает страх. Вдруг со мной что случится. Что, например? Ну, я не знаю, что, право. Болезнь, я не знаю, там, физическая немощность, наконец, творческое несостоятельность. Стю. Ну, я окажусь для нее обузой, а быть для кого-то обузой, знаешь, довольно страшновато. Она не сможет от меня уйти. Вообще на мне хочется ее жизнь. Она, дорогой мой, по сути дела, молодая женщина. Молодая женщина. Не согласен. Контракт. Садись. Посидим, как артисты. Декорация – это как бы, ну, дом, где живут действующие лица. Я приведу Алену. Упаси Господи, не надо. Садись, что ты? Во-первых, здесь сцена. Сюда нельзя. А во-вторых, у меня сегодня третий акт. А ружье, как известно, стреляет в третьем акте. Не понял. Сегодня постараюсь решить свою судьбу. Пристрелишь кого-нибудь? Нет, просто нужно честно решить, как жить дальше. У меня ведь, Яков, семья. Ну? А я уж почти год с ними не живу. Все с Аленкой? Не надо. Во-первых, она, мне кажется, не давала вам повода для такой фамильярности. Ах, Яков, влюбленность в своем возрасте – страшная штука. Это, понимаешь, или стимул творчества, или крах творчества. Я все вижу, все понимаю, ничего поделать не могу. У меня нет права на ошибку, я как минер. А вдруг это действительно ошибка? Ну, вся ее любовь ко мне – это плод моей воспаленной фантазии. Что касается ее любви ко мне, то ее нет, не было и быть не могло. Что тогда? Нет. Я видел ее глаза и понял – любит. Если б так, если бы это было так… Я, между прочим, нынче на вокзале встретил бывшую жену и по ее глазам очень многое понял. Чью жену? Свою. 7 лет не виделись. А тут встретились. Случайно.
Собирался в санаторий и бац, поперек дороги. Увидел. Такая же, как и была. Будто вчера расстались. Это заблуждение. К сожалению, Яков стареет все. Она нет. Любите? Честно. Чего врать? Люблю. Вспомнил. В глазах темнеет. Идти в такие моменты не могу. Сажусь. Честно, не по себе как становится, как подумаю, что уж больше никогда вместе не будем. Страх берет. Знаешь, Стёп, покорёжил я ей жизнь. Жили, любили друг друга, а потом раз... Товарищи, даю третий звонок. Начинаем второе действие. Прошу по моей, между прочим, вине. А все равно люблю так, что... Яков. Я, кажется, поплыл от шампанского. А я еще в порядке. Это шипучка. Стёп. Стёп, глянь. Люди. Товарищи, а почему вы не в фойе? Антракт что, кончился? Ночью глаза от тоски лопаются. А рядом... Выйдем. Что вам нужно? Выйдем, разговор есть. Чужое счастье и любовь. Одно. Я с тобой или со стенкой? Прекратите хулиганить. Обнадежен. Пришли в театр, ведите себя пристойно. Мы уже нервничаем. Оно же только в твою сторону. А может, тебя там человек ждет. Степан! Товарищ, может, прекратим? Я, между прочим, не с вами разговариваю. Прошу не влезать. Товарищи! Ну, любят они друг друга! Любят! И с самого начала было видно, что любят! А в жизни все не так! Да вы что, вы в своем уме? Тише! Это вот она, Алена! И там он за сценой, Степан! Они это тоже любят замолчите, друг друга! Сядьте! И я не могу молчать! Не могу не вмешиваться! Не могу... Потому что мучаются и страдают два прекрасных человека. Опять меняют пьесу, причем без предупреждения. Надоело. Уйду в кукольный. Водят актера, нам ни слова. А ну-ка, подсвети этого дурачка, а то публика не поймет. Я его не знаю. Новенький. Недавно в штаб взяли. Видел в буфете. Простите меня, пожалуйста. Я прошу, я... Я прошу, я умоляю, я призываю, ну любите же друг дружку по-настоящему. Сядьте. Без всяких подозрений. Прошу вас. Ну живите счастливо и красиво, ну что вам еще-то нужно? Кузьмич, покажись, выйди, не стесняйся. Тут тебя уже ждут, товарищи тебя поддержат. Яша, держись, малыш, я иду. Держись, держись. Ну что, Яков,
Должен тебе заметить, что мы хорошо отделались. Все могло кончиться значительно печальнее. В тюрьму, что ли, посадили бы? Зачем в тюрьму? Я все-таки, понимаешь, как-никак писатель. Просто могли обойтись строже. Ну что, сейчас ко мне? Чайку, кофейку. Ты что, не в бригаде? Надо быть. А, я забыл. Куда это она собралась? Так это же мое. В театре-то оставили. Вещь, а? Молодец, Аленка. Не возражаете, мальчики? Спасибо. Тебе спасибо. Я тебя не забуду. Держись. Спасибо, Яков. До свидания. Годы Изабеллу Юрьеву называли «известная, знаменитая». Если у Вяльцевой был титул «звезда граммофона», то Юрьева, конечно, достойна быть королевой патефона. Мой нежный друг. Кто? Яков Шугаев здесь проживает? Здесь. Добрый вечер. Здравствуйте.
Федор. Яков. Дома одни? Одни? Так. Там никого? Никого. Прекрасно. Курить можно? По желанию. Узнали меня? Конечно, узнал. Прошу. Если можешь, да. Было бы очень весело, если бы не так грустно. Жена моя у вас случайно не появлялась? Жена? Жена. Бывшая ваша, нынешняя наша. Там ее нету. Нет. А если проверить? Проверять. Ладно, парень. Шутка. Первая не удалась. Перехожу ко второй. Сбежала она от меня. Дашка? Дарья Николаевна. Как говорится, среди белого южного дня. Прямо с курорта. И никаких следов. А сын? А что сын? Конечно, с ней. Чтобы пуговицы держались крепко, не жалея ниток. В селе она не появлялась. А у матери? А? По-моему, нет. Возможно. Но, возможно, она там, инкогнито. Я высчитал все варианты. Альтернатива отсутствует. Кроме матери, ей деваться некуда. А ко мне? К вам? Вы фигура битая. А женщины, между прочим, по лежачим проходят строевым шагом и, как правило, под ноги не смотрят. Женщины, это самая безжалостная пехота. Чему вы улыбаетесь? Рады моему положению. Нравится, как выражаетесь. Ужинать будете? Спасибо, сыт. А ночевать у меня? Если не возражаете. Не возражаю. Кровать в той комнате. Спокойной ночи. Взаимно. Вы не должны на меня обижаться. А я не обижаюсь. И правильно делаете. Я очень люблю эту женщину. Я тоже. Что? Я тоже ее люблю. Товарищ. Ну? А почему вы так сказали? Как? Что вы ее любите? А как я еще мог сказать? Где у вас здесь свет включается? А вон там, у двери. Повторите.
Да, я люблю ее. Убью! Да ты что? Убью! Хороший, благодарный. Да я тебя убью. Что, уважаемая служба, какие еще маневры предпринял? Отпустите, если вы мужчина, отпустите, мне больно. Больно. Мы, товарищ музыкант, люди физического труда. Ручку возле трактора крутим. И чтоб завтра дух твоего тут не было. Встаю, между прочим, с петухами, несмотря на погоду. Эй! Ты чего? Ты серьезно, что ли? Федь, разыгрываешь меня, что ли? Да брось ты. Ну, пошутила, к примеру, а ты сразу обижаться. Ну, пошутить нельзя, что ли? Ну, твоя жена, твой ребенок, ты с ними и колготись. А я себе еще своих нарожаю. Мне ведь еще не поздно своих-то. Минутная слабость. Не обращайте внимания. А я не обращаю. Бывают, и мужики плачут. Бывает. О, еще как бывает-то. Так ревут, хоть ведра подставляют. И это все от нервов. Дело не в этом. Я ведь почему именно к вам пришел? Я не прогоняю. Надеюсь, и тем не менее, я к вам именно пришел. Понимаю. Не совсем. Мне, товарищ, стыдно идти к матери ее, выспрашивать. Как сами видите, мужчина я не из последних. А жена, тю-тю, сбежала стыдно. И это я понимаю. А как же? А у нас-то, когда с Дашкой такое бывало, я к ее матери и не ногой. Вы в армии служили? Обязательно. Звание? Рядовой. Общевойсковой? Танкист. Прекрасно. Замечательно. Можете выполнить приказ? Так я сейчас на тракторе, в колхозе-то. Не имеет значения. Сбегать сможете? А, для храбрости? Нет. Кстати, я не пью. И вам не советую. Зло. Надо сходить к ее матери. Зачем? Следует узнать, где ее дочь. То есть моя жена и сын. А ежели она не знает? Не тяните время. Идите. Кто это? Понятия не имею. К вам должны прийти? Вроде нет. Кто это? Ой-ю, откуда я знаю-то? Открывайте. Я буду там. Но там меня нет. Кто? Открой, Яш, это я. Сейчас. Вы что? Идите, сама пришла. Кто? Она. Говорите с ней. Дашка! Шутите? Правда, идите. Ну нет. Это уже интересно. Разыграем стратегию.
на ящике с песком. Открывайте. Но меня по-прежнему здесь нет. Открывайте. Да куда же вы оденетесь? Пепельницу. Ничего, что я накопаю? Высохну. Может, я помешала? Может, у тебя женщина? Мужчина. Тогда не страшно. Тогда я спокойная. Знаешь, почему я здесь? Почему? Отгадай. В гости, наверное. Допустим. А к кому? К матери, наверное. Не угадал. Ну, допустим, к матери. Случилось что-нибудь? Случилось. Что? За тобой соскучилась. Шутишь? Чего ты не шучу? Разве за тобой соскучиться нельзя? Может быть, и можно. Только это было бы совсем сюрпризом. Что это? Наверное, кот мышей ловит. Откуда у тебя кот-то? Приблудился. Огонять жалко, оставил, пока дождь пройдет. А если я проверю? А? Проверь. Посмотрим. Заперто. Яш, я знаешь, как люблю танцевать? Представить себе не можешь, как обожаю. А у нас на курорте как вечер, так танцы. Музычка там в порядке. Успевай только дыхание переводить. А от мужчин никакого отбоя. Ты что, не веришь, что ли? Клянусь. Федя психует, а мне весело. Ой, так это же самая модная пластинка у нас на курорте была. Откуда она у тебя? Яш, ух ты. Ой. Не зная горя, 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 краю магнолий, плечи море. Сидят мальчишки, глаза горя. И на меня наводят грусть. Танцуют пары, пары, пары. Мотив знакомый, даже старый. И сладкий голос бас-гитары тревожит память мою. Ну и пусть, ну и пусть, и пусть. Один такой представительный. Инженер из Запорожья. Все записки под дверь подсовывал. Кошмар. Пишет, жизнь, мол, без вас не жизнь, а сплошное мучение. Да, не веришь? Танцуют пары под аккорды, аккорды. Не мыслью говорить. И можно говорить. Существование без вас. Свободно. Без меня, то есть. Про жизнь, про любовь. Представляешь?
Представляешь? Представляю. Что, интересно, ты представляешь? Все? Что все? Все? Ничего ты не представляешь. Ни капельки, ни грамма. Ни, как говорит Федя, даже йоты. Ты хоть знаешь, зачем я сюда приехала? Чего ты молчишь-то? Улыбаешься, хлопаешь глазами и молчишь. Ну, поинтересуйся, в конце концов. Спроси по-человечески. Дашка, с какой такой нужды? Ты одна среди ночи в дождь приперлась. Все бросила, мужа, сына, курорт, и приперлась. Неужели ты такой непрошибаемый, что тебя ничего не интересует? Почему приехал? А это уж не твоя забота. Как приехала, так и уеду. Посижу капельку и уеду. У меня, между прочим, не только гордость, но еще и самостоятельность имеется. Не надо уезжать. Ах, не надо. Теперь, видите ли, не надо. А как через порог переступила, так ноль внимания. Я места на курорте не находила. Я испереживалась вся. Все бросила. Я приехала. Я нахально в дом вошла. Он хоть бы пальцем пошевелил. Все я должна. Чего ты улыбаешься-то? Хорошо. Я плачу. Ему хорошо. Ненормальный какой-то. А Федя как же? Знаешь что? Если тебе Федю жалко, я могу сообщить тебе адрес, где его разыскать. Федя! А мне надоело. Морали его надоели. Самодеятельность, в которой пою, надоела. Трембон его. Ой, все надоело. Хочу, чтоб как когда-то. Чтоб скучно и неинтересно. Если бы я знала, что встречу тебя на вокзале, ни за что бы не поехала в этом направлении. Как приворожил пройти. Не надо уезжать. Сын где? В надежном месте. Надо привезти. Завтра съезжу и привезу. Ну, привезешь, ну и что? Будем вместе жить. А если я не соглашусь? Я заставлю. Ой, ладно, заставишь, не заставишь. А сына надо привести. Хоть и у хороших людей, а душа не на месте. А ты правда радуешься, что я приехала? Никогда ни за что не будешь упрекать? Никогда и ни за что? Никогда. Честно? Честно. Господи, ну зачем мне все это нужно? Наверное, судьба. Ну, никак не могу успокоиться. Так. Спелись, значит. Откуда он? С воздуха. Десантом. Устраивает. Откуда он? За тобой приехал. Кот, значит. Приблудный. Разыграли? Разыграли. Молодцы. Ну, молодцы. Где сын? Ох, какие молодцы. Где наш сын? Ах, подонки. Что один, что другой, оба подонки. Я спрашиваю, где наш сын? Куда ты его подевала?
Нет сына и не будет. Забудь о нем. Да не разыгрывали мы тебя. Молчать! Вам рано вставать? Я пока уважительно спрашиваю, где наш сын? А неуважительно, когда начнешь. Не советую дождаться. Не советую выводить меня из рамок. Это не для слабонервных. Оставь ее. Руки. Прошу убрать руки. Не касаться. Оставь ее, не хочет ведь. Дорогой, не волнуйся. Ты же обещал не встревать мне. Нам надо переговорить. Я выйду, ладно. А вы поговорите. Ты с ним поласковее, Даш. Он неплохой и любит тебя. А я выйду. Так. Не о чем нам говорить. Сто раз уж переговорено. И ласково, и не очень. Уж лучше выйду я. И не бегай больше за мной, Федя. У него спроси. Уж если ухожу, то надолго. Так. Была жена, и жены не стало. Ушла. Причем действительно теперь не вернешь. Характер. А? Яков. Да,